Всем известно, что на сегодняшний день до 22 тысяч человек являются беженцами после войны 2008 года. Именно для этих людей мы хотели провести акцию, в рамках которой, основываясь на фотографиях, снятых с помощью спутника, мы создали видеоролик, который передали Национальному музею. То, что произошло в Цхинвальском регионе во время этнической чистки в 2008 году, должен знать не только грузинский народ, но и гости нашей страны. Мы хотим повысить информированность международного сообщества о том, что произошло в этот период в Грузии.